Здравствуйте! Сегодня с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. И мы смотрим четвертьфинал Кубка Испании. Обе команды приложили немало усилий, чтобы добраться до четвертьфинала. И, разумеется, никто не собирается останавливаться на достигнутом. Сегодня Реал Мадрид встречается с Эйбаром. Конечно же, о Килиане Мбаппе стоит упомянуть. С ним сложно защите придется, потому что он, конечно, красавец в завершении атак. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Итак, начинается четвертьфинал Кубка Испании. Обе команды приложили невероятное количество усилий, чтобы добраться до четвертьфинала. И, думаю, точно не будут останавливаться на достигнутом. Бензема. Папа Кулидьоп. Будет бросать мадридский Реал. Начо. Иско. Рахим Стерлинг. Потери и мяч у соперников. Льоренте. Карим Бензема. Иско. Маруан Филлини. Алекс Сандро. Карим Бензема. Филлини! Не точно удар, мяч проходит выше. Марко Дмитрович. Реал снова с мячом. Бензема. Иско. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Реал вышел вперед, игра возобновляется. Фортан. Паулу Оливейра. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Атака остановлена, но кто получит мяч? Моран Филлини. Алекс Сандро. Заброс вперед. Бензема. Таких многогранных форвардов, как Бензема, в мире немного. Коктейль из скорости, мощи, техники и поставленного удара вскружит голову даже бывалому защитнику. О, как сказал. Есть вариант для паса. Льоренте. Передача на Бензема. Маруан Филлини. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Даниэль Карвахаль. Еще в 2013 году президент мадридского Реала Флорентино Перес утвердил бюджет на грандиозную модернизацию Сантьяго Бернабео. Проект оценивался в 400 миллионов евро.
Реконструкция отложилась, она в итоге будет, но коснется только внутренней части стадиона. Фасад останется прежним. Рахим Стерлинг. Замену проводит тренер-хозяин. Посмотрим, кто покинет поле. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Бензема. И пробил игрок. Иско. Рахим Стерлинг. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Выбит мяч из штрафной. Иско. Карим Бензема. А это Бензема. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Выпускает тренер мадридцев свежего игрока. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Хордан. Педро Леон. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграл. Федерико Вальверде. Рахим Стерлинг. Бензема. От души по мячу он приложился. Иско Аларкон. Рахим Стерлинг. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Реал идет к воротам соперника. Мбаппе. Должен был он забивать, а в итоге удар от ворот. Давайте пока посмотрим, как забивался этот гол. Карвахаль. Рахим Стерлинг. Иско. Не жалея себя, бросился он в этот подкат. Интересно, ничего себе не отморозил. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Шарлес. Какой-то, знаете, между собойчик. Шарлес. И мяч в руках у голкипера. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Льоренте. Иско. Передачи в его исполнении сегодня невероятно точны. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность. Какой момент у Мбаппе! Оставляет мяч для навеса. Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. Теряет атака мяч в штрафной, вынос. Федерико Вальверде. Мбаппе. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Иско. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Мбаппе. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Иско. Стерлинг забивать должен. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Мяч летит в центр штрафной. И выносится мяч из штрафной. Мяч уходит от его головы в аут. Иско Аларкон. Ну, навешивай! Навес в штрафную. Ну, не знаю, на что он рассчитывал, выполняя этот навес. Мадридский Реал получает право на угловой удар. Иско один из героев этого матча. На мой взгляд, он сегодня был очень и очень хорош. Ну, Стерлинг забивать должен! Защита первая на мяче, вынос.
Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Без труда мяч забирает голкипер. Игра команде удается, но это только первый тайм первого матча. Впереди много работы, и об этом обязан напомнить тренер в перерыве. Да, выигрывают они довольно уверенно, но тут важно, чтобы эта уверенность не переросла в самоуверенность. Арбитр дает свисток, и начинается второй тайм четвертьфинала Кубка Короля. В первом тайме мы увидели по-настоящему выдающуюся игру обеих команд. И посмотрим, смогут ли они продолжить в том же духе во второй половине встречи. Льоренте. Рахим Стерлинг. Иско. Бензема. Парашютик получился. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Рубен Пенья. И вот потери в центре поля. Льоренте. Мбаппе. Потерял он мяч, но кому он достанется? Нарушение со стороны Реала. Желтая игроку Реал. Заслуженно довольно грубый фол. Папа Кули Диоп. Деликт. Хосе Анхель. Серж Энрич. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Пол команды обыграл. Ничего себе. Просто и надежно сыграл вратарь. Отбил мяч куда подальше. Да и дело с концом. Угловой удар, мяч у мадридского Реала. Мяч летит в центр штрафной. Потерял атака нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. Коллега, мне вот интересно твое мнение об игре Карима Бензема в первом тайме. В первом тайме все было замечательно. Он и сам сумел отличиться, и его команда выигрывает счет. И во втором тайме надо продолжать в том же духе. Может получиться интересная атака. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Льоренте. Бензема. Иметь в составе такого форварда, как Бензема, большое преимущество. Он крупный, но при этом ловкий и техничный, а потому способен зацепиться за любую, даже самую неказистую передачу. То есть, по сути, всякий матч против Бензема. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Угловой будут подавать футболисты Реала. Самое скопление игроков, угловой подан. Хороший вынос мяча из штрафной. Я думаю, прессинга мы от них не увидим. Будут они... Удар по воротам. Иско! Мог сейчас отличиться игрок, но голкипер здорово сыграл. Да, и не позволил нападающему оформить дубль. Этот эпизод полностью за вратарем. Льоренте. Алекс Сандро. Бензема. Мбаппе! Мяч в воротах, и это гол! Реал забивает еще один гол и окончательно снимает вопросы о победителе этой игры. Да, в этом матче уже все ясно. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Но теперь матч можно с полным правом назвать по одну калитку. Серж Энрич. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Рахим Стерлинг. Навес в центр штрафной. Выбит мяч из штрафной.
А вот из последних новостей, для кого-то, возможно, шокирующих, Марселу Вьейра переходит в Ювентус из мадридского Реала. Да, трансфер наконец-то состоялся, и, похоже, игрок действительно стоил того, чтобы бороться за него до конца. Иско. Рахим Стерлинг. Карвахаль. Иско Аларкон. Карим Бензема. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Карим Бензема. Действуя на острие, этот нападающий вяжет защитников по рукам и ногам. Центральные вынуждены играть с Бензема до конца и оставлять крайних без подстраховки. Это опасно. И вот результат активного прессинга. Мяч уже у соперника. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Иско, бить надо! Думаю, он даже не заметит этого промаха и будет рваться бить еще и еще. Ну, на то он и бомбардир. Забил уже сегодня, а хочет забить еще больше. Педро Бигас. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Мбаппе. Мбаппе. Блестящее спасение! Кто-то считает вообще угловым? Мяч летит в центр штрафной. И забирает эту подачу вратарь. Есть удар! Впереди еще 10 минут. Мбаппе. Бензема. Потерял он мяч, но кому он достанется? Серж Энрич. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Бить можно и забивать! Гол не засчитан. Вне игры. Алекс Сандро. Бензема. Иско. Отлично играют в пас. Прямо любо-дорого смотреть. Да, сыгранность и взаимодействие у этих ребят на высоте. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Даже углового не будет после этой атаки. Удар от ворот. Три минуты до конца основного времени. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Папа Кулидиоп. Пока неплохо. Уверенно они идут вперед с мячом. Рахим Стерлинг. Посмотрим, сколько времени добавлено. Три минуты. Алекс Сандро. Карим Бензема. Мбаппе. Действительно, здесь есть небольшой офсайд, так что арбитры правильно разобрались, да и момент был не самым опасным. Федерико Вальверде. Мбаппе. Бензема. Неплохо атака развивалась, но мяч потерять. 3-0 окончательный счет этого матча. Побеждают они в первом матче четвертьфинала. Важная победа сегодня добыта, и с преимуществом они выйдут на ответный матч. Должен будет тренер потом найти в раздевалке необходимые слова и настроить команду на дальнейшую борьбу. Как тебе игра Иску, коллега? Сыграл он здорово, забил очень важный гол, заслужил победу вместе с командой. Тут больше нечего добавить.